11 минус 13. 11 пишется, мы уже несколько раз написали. 4 нуля, единичка, 0, 1, 1. Отлично. Теперь надо написать 13. Оно вот у нас, смотрите, оно у нас написано здесь, только 13. А надо сделать следующее. Надо под ним написать инвертированное число. Пиши 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. И теперь дальше что будет? 0, 0, 1, 0, да? 0, 0, 1, 0. И не забудьте единичку прибавить. Значит, когда будем писать, нужно будет писать здесь не 0, а 1. Когда мы пишем числа, надо, чтобы строго было разряд под разрядом. То есть, если вы написали, то надо было 8 разрядов писать строго под этим. 1, 1. Отлично. Подводим черту и складываем. Давайте спокойно, с объяснениями, все складываем. 1 плюс 1 сколько? 1 плюс 1 – 2. 2. То есть пишем 0, не сюда. Перенос в следующий разряд. Следующий разряд – это вот здесь. Сюда ставим точку. Да, сюда пишем 0. Теперь складываем 3 единички. Что будет? Будет 3, то есть единичку пишем и перенос рисуем. Да, да, да. Пишем ту точку, дальше не видно. Вот теперь отлично. Вот, давай, запиши сюда единичку. 13, правильно написал. Он не забыл прибавить единичку. Смотри, здесь написано под нулем 1, под единицей 0. И еще единицу прибавим. В том-то идея метода. Иначе бы мы получили неправильный ответ. Как мы тогда складывали, получили ответ на единицу меньше. Так, ну давай, значит, здесь будет 1, потому что перенос будет. Да, уже переноса нет. Дальше, 1 плюс 0 сколько? Пиши. 1, дальше. Дальше все единицы. Потому что 0 плюс 1, это везде 1, да, 4 единицы. Отлично, отлично. Какое число у нас получилось? Интересно. Во-первых, у нас получился отрицательный ответ. Отрицательный – это потому, что здесь у него единичка, на первом месте. Во-вторых, надо помнить про то самое прибавление единиц. Вы же понимаете, что если мы, чтобы записать число с минусом, прибавляем единицу, то здесь нужно то же самое. Надо, чтобы записать его в привычном для вас виде, надо заменить все цифры на обратные. Это не сложно. Это 0,0,0,0,0,0. А здесь будет единица. Но это еще не ответ. И прибавить единицу. То есть при перещелке, при выносе минуса, у нас работает идея прибавления единицы. И поэтому получается ответ минус 2. У нас все получилось. У нас все получилось, господа. Ставлю здесь галочку. Минус 3. Сначала написать 19. Потом инвертировать вот цифры. Потом прибавить единичку. Получится запись для числа минус 19. Потом то же самое сделать с тройкой. Записать его в обычной двоичной системе, инвертировать, прибавить единичку. После этого что пойдет? Это тройка. Теперь под этим пишем инвертированное число. Везде, где были нули, пишем. Вот. Нет, это не минус 3. А вот минус 3. Нет, 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 нет. Здесь по-честному. Здесь все по-честному. Пишем. Минус 3 равно. Минус 3, да, равно. И вот сейчас пиши в конце прибавления единицы. Господа, вообще-то операция прибавления единицы, она не всегда такая простая. Если у нас в конце нолик, то, конечно, прибавить единицы, надо поменять только по инвертированию. А если в конце единичка, то прибавление единицы может оказаться не такой простой операцией, там вот перенос и так далее. Так, отлично, минус 3 написал. Теперь ровно то же самое надо сделать с числом минус 19. То есть смотрите, вот здесь, пожалуйста. 19 равно. И разлагаем в двоичную систему число 19. А что у нас происходит? 19, извините, что я не отвлекся. 19 это 16.
2 и 1. Это правда. Соответственно, заменяем, здесь будет нолик. Никакого минуса там не будет. В том-то и идея, что сложение, у нас не только операция сложения, операция вычитания вообще у нас отсутствует. Минус 3. Правильно сложили 1 плюс 1, получился 0 с переносом. Правильно написали 1. 0. Перенос, а дальше все неверно. Будьте добры. И здесь произошел перенос, но мы его не пишем, потому что мы договорились это не писать. Спасибо за это. Вы смотрите... Число получилось отрицательное. Что Сосечек, это? А вот эти числа вы смотрите по модулю... Сейчас мы разберемся. Я не хочу сюда разгадку пока. Дайте мне сговориться. Дайте мне дойти до конца всех этих примеров. Итак, что у нас произошло? У нас получилось отрицательное число, потому что здесь единичка. Значит, чтобы записать его в привычном для нас с вами виде, то есть для компьютера уже все, уже это ответ, все замечательно. Вот. Чтобы записать в привычном для нас виде, нужно сделать следующее. Нужно поменять единицы на нолики, нолики на единицы. А дальше надо прибавить единицу. Дальше надо прибавить единицу. Получится следующее. Получится здесь, то есть 3 нуля. То есть я напишу ответ. 3 нуля. Дальше пойдет единичка, нолик, единичка, единичка, нолик. Интересно, что это такое. Это разряд двоек, разряд четверок, разряд восьмерок, разряд 16. 16, 4 и 2 это сколько? Это 22. Совпало. Пока вы не понимаете, почему, но совпало. Минус 19 плюс 3. Заметьте, это уже легче, потому что минус 19 у нас уже написано. Переводить-то вам ничего не надо. Итак, вспоминайте, где у нас минус 19? Минус 19. Это 4 единички, 2 нолика, 1, 1. Когда напишешь тройку. Вообще-то это много нулей, а в конце 2 единицы. Тройка это 1 плюс 2. То есть надо, нет, надо писать все нули. Нет, почему нули? Один-один. Все, молодец, все хорошо. Один плюс два, это складываем. Получили, как вы видите, отрицательный ответ. Чтобы записать его в привычном для нас виде, надо сначала инвертировать. Давай-давай. Ноль. Один. А потом прибавить единицу. Ну что, несчастье произошло. Почему ответ ее... неправильный. Она 19, минус 19 неправильно записала. У вас получился неправильный ответ. 19 неправильно. А почему? Нет, все, ответ уже не верен. Ответ уже, очевидно, не верит. Кто пойдет исправлять? Садитесь, садитесь. И получилось. То, что минус 19 плюс 3, смотрите внимательно, где мы брали 19? Что? Подойдите к доске. Число минус 19. Покажите на него пальцем. Замечательно. Его надо переписать на доску. Нет, не здесь. Число минус 19 – это вот это число. Вот это число написал. Еще раз, ходите сюда, запомните, что такое минус 19 – это нижняя строка. Правильно. И запишите аккуратно разряд под разрядом. Так, давай проверяйте, пожалуйста. Сейчас скопировали, правильно? Да, правильно.
Отлично. Теперь будьте добры, складывайте. 1 плюс 1 сколько будет? Будет 2. То есть пишем 0, единицу. Нет, пожирнее точку ставьте, чтобы все были видеть задней партии. Так, дальше. Нет, почему? 1, 0, 1. Перенос тоже считается. Понимаете, это считается вместе. 1, 0, 1. Сумма будет 2. То есть пишем 0 и ставим знак переноса. Ставьте сюда знак переноса, даже не больше. Замечательно. Теперь 1 плюс 1 плюс 0. Сколько будет? 2. Пиши уже. Да. 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 Пишем, пишем. Да. Да, каждый раз перенос, и вниз пишется единичка. Единичку побольше пишите, чтобы всем было видно. Да. А какой же получился у нас ответ? Никакого переноса здесь уже не было. Когда вы сравнили 2 нолика с единицей, то здесь получилась единица. Здесь просто у вас никаких переносов уже нет, и они сбрасывают для единички. Отлично. Вот теперь надо инвертировать, пожалуйста. Там, где были единицы, пишите нули. Там, где были нули, пишите единицы. Ноль. Нормально. Ноль, ноль. 0, 0, 5, 4, 1. Но это еще не ответ. А чтобы получить ответ, надо прибавить единичку. Давайте, прибавляйте с конца единичку. Да. 1 плюс. Нет, 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 нет. Не надо что писать. Надо прибавить число 1. И под ним написать ответ. О, Господи. Вы не умеете прибавить единицу? Смотрите, прибавить единицу, это следующее. Вот здесь соображаешь. 1 плюс 1 будет 0. Пишите. И перенос в следующий раз 0. И перенос под разрядом, аккуратно. Сюда написать 0. Дальше. Перенос единичку. 1 плюс 1, 0. Перенос опять. 1 плюс 1, 0. И 1 плюс 1, 0. Перенос в следующий раз единицу и 3 нуля. Единица и 3 нуля. Все, спасибо, все сделали. Господа, вообще-то это называется единица с четырьмя нулями, то есть действительно 16. Ну, соответственно, минус 16, да? Потому что это мы получили из отрицательного числа. Значит, господа, смотрите, что у нас получилось. Во-первых, все примеры мы с вами прошли. Я заказал 6 примеров случайно. И во всех этих 6 примерах у нас ответы получились правильно. Ну, разумеется, если мы хотим все-таки понять, как это работает, то мы с вами должны дать какое-то математическое обоснование. Потому что идея, что а вот я проверяю примеры, которые не сходятся, это, конечно, идея неправильная. Математическое обоснование на самом деле простое.